Обстоятельства содержания изменились 7 октября. Оккупация сравнима с казнью. У них уже нет никакой этики в обращении с заключенными. Палестинские заключенные страдают в тюрьмах, они исхудали. Обращение действительно плохое, к ним относятся бесчеловечно. 13 июля израильские власти освободили бывшего спикера палестинского парламента и высокопоставленного чиновника Хамас, доктора Азиза Дуйка, после 8 месяцев тюремного заключения. Жители и члены семьи приветствовали Дуйка в Хевроне на западном берегу. Он рассказал о плохом обращении с палестинскими заключенными, добавив, что оно ухудшилось после нападения Хамас на Израиль 7 октября 2023 года.